У нас наступил вот уже вечер, вот закат. Сейчас мы вот с моим другом ставим закидушки. Сегодня мы их поставим и завтра будем проверять. Ой. Вот такие вот закидушки. Вот пошлите, сейчас покажу, как мы их ставим. Лёд у нас уже 8 сантиметров. Там вот, словно, видите, надо. Вот, ребят, достаем ротана. Сейчас будем ставить. Ходим мы по старым рынкам. Взяли зачем-то коловорот. Не знаю, зачем. Ребят, он отпускает ротана. Спасайся, ротанчик. Ребят, какой-то ротан озверевший попался. Тварь. Вот, ребят, идем туда к берегу. Вот, ребят, коловорот. Сейчас дом будет долбить. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Мы рыбачим на жернице. На неделе выйдет видео, как мы рыбачим на ротана и на жернице тоже. Вот, ребят. Трех аккаунтов. У него... Вот, ребят. Такой вот у нас закатик. Для вас пройдет всего лишь несколько секунд, а для нас пройдет целых день или два дня. Ладно, ребят, все, мы все сделали. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ребят, это полнейшая жесть. Вчера, помните, мы ставили жерлицу. И сегодня вот опять. Вы только что видели, что она шевелилась. Видите, ее всю размотало. Сейчас Сёма порубит лунку. О, как тяжело. Давай, руби лунку. И будем доставать. На всякий случай я взял с собой сегодня багор. Если там будет что-то хорошее, чтобы его достать. Сейчас... Все, он прорубит, и я поставлю на паузу пока. Ребят, Сёма сверлит лунку. Бля, она только что пошевелилась. Ох, ребят, это настораживает. Надо очистить лунки. Вот Сёма рубит. Блин, ребят, это... Там может быть... Не маленькая мамашка. Вот кто помнит, это была самая последняя, которую мы ставили. Так что, может, на ней что-то и будет. Сейчас Сёма дорубит. Я прям, ребят, не терпёшь. Потом пойдем посмотрим еще, что на других. Там еще у нас много стоят. Сейчас, погоди, на руки. Ребят, все, буду сейчас подсекать. Опа, опа, что-то есть, что-то есть. О, что-то, ребят, большое. А, резко. А, ах, там что-то есть. Это 100%. Да, уберу топор. Всякий. Как бревно тянется. Муха. Она не... Я не знаю, что там такое. Блин. Пока поставь на паузу. Да, она идет, собака. Вот, на плей поставил, вот. Он вытаскивает. Что-то там есть, он говорит. Очень тяжело тянется.
Она там сидит. Как ты думаешь, килограмм 5? Там килограмма 3, не меньше. Она идет, когда отпускаешь, чувствуется, как она туда идет. Блин, я могу это, на штатив свой поставить. Поставь пока на паузу, поставь на штатив. Вот. Я встал туда. Что, помочь? Здесь надо умку посыпать. А, тут лед. Ну, я тихо, говорю, она ко льду примерно. А почему туда? Не просверлить. Ай-яй-яй, она идет туда. Стрясем. Леску не повредит. Сейчас, погоди. Да, все. Все, тихо-тихо. Она там, ребят. Она идет сразу. Я чувствую, тихо. Тихо, она тут уже. Где она? Что-то тихо, всем не тяни, я даю тяну. Потому что я ее не чувствую, когда. Жди ее, она тут где-то рядом. Она сопротивляется сразу. Не, меньше. Вижу, тихо. Дай Свобину, дай. Блядь, давай. Все, Сёма. Да! Ребят, да! Двушка. Да, двушка. Ребят, вот это мамашка. Твою за ногу. Ребят. Все, давай, Сём. Ух, ребят, я же говорил, что там что-то есть. Мамашка, ребят. О! Ну не, это килограмм, где-то 2 примерно. Да, если не 2500, если не 3 вообще. Не, 2500 моя была больше. Ладно, ребят, короче, вот на этой нет было живца, а на той оторвала леску. Сейчас идем вот к этой. Надеюсь, на ней что-то будет. Вот, ребят, Сёма сверлит луночку. Тяни ты. Пусто, ребят. Давайте, сейчас у нас еще есть две штуки. Сейчас посмотрим, может, на них что-нибудь будет. Ребят, вот Сёма долбит. Ай-яй-яй, камеру не забывай. Ну ладно. Ребят, ну короче, на тех остальных там ничего не было. Сейчас будем эту отцеплять. Если она будет это нормально недалеко заглотила, заберем себе. Или друг ее заберет. Ну ладно, все, ребят. Сейчас отвяжем и будем, если что, ловить рот.